Глазурь для украшения кексов, тортов и пирожных бывает разная: шоколадная, белая, белковая, с различными добавками и красителями. Сегодня я предлагаю рецепт, как приготовить глазурь классическую. Классическая белковая глазурь готовится невероятно просто и быстро. Единственное, нужно знать некоторые секреты, чтобы все получилось. Во-первых, используйте только охлажденные белки, они лучше взбиваются, превращаясь в пышную пену. Во-вторых, взбивать белки следует только в чистой сухой миске или специальном стакане, даже капля жира или водой может навредить будущей глазури. И, наконец, обязательно следует добавлять лимонную кислоту или немного лимонного сока. Так белковая пена не будет оседать. Для украшения кексов и пирожных вам понадобится плотная пена, по консистенции похожая на взбитые сливки. Такую глазурь следует взбивать не менее 6-8 минут, а вот для смазывания пирогов лучше подойдет более жидкая глазурь, которая наносится не толстым слоем и через некоторое время застывает. Такую глазурь взбивайте 3-4 минуты. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте все необходимые ингредиенты, яйцо хорошенько охладите в холодильнике. Отделите белок от желтка, это необходимо делать очень аккуратно, чтобы ни одна капля желтка не попала к белку. Добавьте сахар и лимонную кислоту, взбивайте миксером 3-5 минут. Глазурь классическая готова, теперь украшайте ею десерты и кушайте с удовольствием. Подписавшимся, больше вкусностей. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Теперь о составе нашего блюда. Яйцо 1 штука, сахар 120 грамм, лимонная кислота 1 щепотка, количество порций 2-3. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.